Так, ребята, всем привет. Приехали мы на барахолочку и посмотрим, что у нас сейчас в Каменском. В Каменском есть интересного. Вот смотрите, с самого начала книги. Идем дальше. Значит, такое вот все. Вот смотрите, сервизик интересный. Видите, да? Ну, сегодня немало людей. Давайте посмотрим, будет что-то для нас интересное. Вот смотрите, да, такой слоненок. Сейчас посмотрим. Отключимся. Так, рога. Идем дальше. Так, куплю монеты. Смотрите, что такое. Так, смотрим дальше. Вот такая тут уже интересная. Так, идем дальше. Поняла, неодолитый колонн. Идем дальше, здесь такое все. В общем, везде надписи. Куплю. И все такое прочее. Так, здесь вот уже столы. Здесь уже надо спрашивать разрешение. Сейчас будем спрашивать. Так, ребята, смотрите, вот такой интересный столик. Мельхиор. Очень много фарфора. Смотрите, целая коллекция. Целая коллекция фарфора. И это все. Вы же каждый день, да? И это все вы можете купить каждый день, кроме понедельника. Ну, понедельник, понятно, выходной. Так, вот такой столик тоже. Смотрите. Я еще ничего не сказала. Везде интересные вещи. Так. Сейчас реклама уже не катит. Вот, смотрите. Шахматы, если кто потерял, можно поштучно. Да, можно поштучно. Вот такие игрушечки. Смотрите, все. Все интересно. На солнечной батарее. Угу. Фонарик. Угу. Работает. Понятно. Так. Много пластиночек, смотрите. Так, здесь вот столик такой тоже. Медали. В общем, у нас в городе тоже много всего можно купить. Так, ребята, как вы знаете, в Каменском очень много хрусталя. В Днепре такого нет. Вот смотрите, какой выбор. Здесь несколько точек, несколько больших точек. И цены довольно-таки приемлемые. Так что всех приглашаем. Я же говорю, ребята, царство хрусталя в Каменском. Смотрите, сколько салатников, роги и все такое прочее. В общем, ребята, несколько точек не разрешили снимать. Вот, у них свои YouTube-каналы и люди не хотят. Нам лишняя реклама не нужна. Ну, мы ничем им не можем помочь. Так, здесь такое вот. Это здесь надо ходить нам ходить рыться. Давайте сейчас пройдем. Так, посмотрим, может, какие-то новые точки есть. В общем, что по нашей теме, очень много. Значит, мы сейчас пройдем до конца и отключимся. И будем рыться. И потом уже посмотрите, что мы найдем. Ну, я так вот быстро проходя вижу, что нужно рыться, нужно снимать. Вот видите, до конца идет барахолка. Ну что, будем искать. Ага, аж надо же сюда, видите, все люди не уместились, аж на сюда.
Здесь тоже у нас вот раздают котиков, собачек, и все бесплатно. Ну, как говорится, можно там 5 копеек заплатить, бесплатно нельзя брать. Пока не подключаем. Так, ребята, смотрите, вот майская ночь и гадание на ромашке. Видите, такие две фигурки по 250 гривен. Кому интересно, приходите. Так, ребята, и целый ряд магазинов, которые надо заходить и смотреть. Вот, там может быть все, что угодно. Они все принимают, все покупают. Надо заходить вовнутрь. Здесь и спереди выложено, видите, вот такое все. Ну, а внутри может быть все, что угодно. Смотрите, для занятий спорта. Тьма гир всяких всевозможных. Вот такой у нас рынок. И значит, сегодня ничего интересного нет. Ну, давайте сейчас еще и здесь пройдем. Вот, люди выносят все, что есть. Для некоторых это серьезный бизнес. Как на хрустале вы видели, да? Вот, смотрите, все. Вот такая вот барахолочка. Едем дальше. Давайте сейчас еще заедем на левый берег. Там посмотрим. Может, там что-то интересное попадется. Так, ребята, подъехали мы на барахолку на левом берегу. Сейчас пройдемся. Что здесь есть, что-то интересное или нет. Значит, на улице жара и очень много бабушек, они не выходят, потому что сильно жарко. Ну, как вы видите, здесь, ну, вот есть там рыбки, но не полный комплект. Вот, они не выходят, потому что очень сильно жарко. Ну, вот такая вот барахолочка. Давайте пройдемся в другую сторону. Вот. Бывает, люди выносят что-то интересное. Ну, здесь ну, очень много перекупщиков. Вот, и они все выгребают. Вот, смотрим дальше. Сейчас еще по одной стороне пройдем. И там еще есть кусочек такой. Еще есть кусочек, где уже постоянные сидят, им люди приносят, сдают на реализацию, и они этим живут. Значит, смотрим, что здесь. Ну, в основном шмотки. Как вы видите, да? Ничего интересного мы не видим. Есть несколько человек, которые выходят с игрушками, но сегодня я их не вижу. Так что смотрите, сейчас мы чуть-чуть дальше пройдем. Еще в одно место пройдем и посмотрим. Вот, видите. Отключаемся, идем дальше. Так, подходим мы к одной из еще барахолочки, которая здесь вот, ну, тоже мало. Вот и барахолка напротив Теры. Вот, сейчас тогда посмотрим. Значит, какая ситуация? Люди скупают в Каменском среди недели и выезжают в Днепр торговать на субботу-воскресенье. Все пусто, видите, никого нет. Или из-за жары, или непонятно. И субботу-воскресенье торгуют в Днепре. Потом 4 дня покупают снова в Каменском. И такие вот циклы у них. И вот так они работают. Так что, видите, вот я показал два самых больших
две самых больших барахолки. Ну, здесь бывают дни, когда полностью все занято. Но сегодня, видите, или из-за жары, ну, очень мало людей. Может, вчера было больше, не знаю. Ну, вот на такой ноте будем прощаться. Всем, кому интересно, подписывайтесь и ждите новое видео.